Привет, друзья. Ну вот такая вот хреновина мне пришла с Китая. Антистресс кубик от Xiaomi. Давно-давно хотел его заказать, но что-то как-то все руки не доходили. Вот сегодня попробуем его собрать, посмотреть. Очень порадовало то, что все-таки пришел не оранжевый. Чего я очень не хотел. Потому что уж очень много их оранжевых везде. Так, ну что, как видите, детальки такие похожи на Лего. У меня вообще такое ощущение, что они, скорее всего, совместимы с Лего Техник. Ну, это все ерунда. Так, написано, что 4 таких, 4 таких. Ну, правда, инструкция, как видите. Могли бы хотя бы с заливкой сделать. Теперь вот не поймешь, как это правильно собирать. Написано, что 4 таких, 4 таких и прочее, прочее. Сейчас будем разбираться, как это все должно выглядеть. Так, значит, интересно, а чем они вообще друг от друга отличаются? Если честно, я так до сих пор не понял. Ага, все понятно. Так, берем, значит. Так, допустим, эту, и допустим, вот так, да? Теперь, значит, две мелкие. Не знаю, правда, насколько далеко их надо собирать. Ага. А тут уже поторопился. Не торопитесь. Это будете собирать. Смотрите внимательно. Хорошо, что можно одну при помощи другой вытащить. Но вопрос, как обратно вытаскивать? Вот. Тут уже нужно быть внимательным, такие штуки собирать. Так, значит, получается вот так. Да что ж ты, попрыгунчик такой, а? Может, не совсем до моих огромных рук. Так, теперь, значит, получается так, вот так и сюда, вот так. Так, еще, значит, такую же надо, да? Давай. Так. Так, получилось вот две вот такие промежуточные сборки. Хорошо. Теперь смотрим, что они хотят еще дальше от меня. Так. Как его вот такое даже найти, непонятно, если честно. Ну, попробуем сообразить. Так. Ага. Вот так, да? И получается вот так. Опять то же самое, но в другую сторону. И в обратную сторону расположены цвета. Хорошо. Так, это раз. Ну, тут уже без вариантов. Осталось две штучки. Соответственно, уже ничего другое не соберется. Да? Да. Ну, получилось две такие, две такие. Дальше смотрим. Так. И что? Если честно. Так, значит, мне предлагают взять эту А, две Б. Ну, логично, чтобы они чередовались вот так цветами. И расположить их вот так. Так, смотрим дальше. 4. Так. Нет. Ничего подобного. А, вот так, что ли? Интересно. Тогда они сбоку не соберутся. Что-то как-то здесь не так.
Пока непонятно. Five minutes later. Кажись, наконец-то я сообразил, как оно должно выглядеть. Как-то вот такая вот базовая позиция. А дальше уже нужно соединять в змейку. Так. Раз. Два. Так, ну давай. Раз. Что радует, конечно, качество изготовления. Никаких заусенчиков. По качеству, по-моему, ну ничуть не хуже, чем леговские детальки. Да ощущение, что даже из такого же пластика сделано, как делаются Lego Technics детали. Здесь, по крайней мере, очень похоже на них. Ой, так, куда же ты там? Ну ладно, найдем и соберем. Теперь уже точно никуда не денется. Так, раз. Два. Почему-то был уверен, что длинная деталь тоже куда-то пойдет в сборку, но оказалось, что она нужна только для того, чтобы было удобнее собирать, разбирать эту головоломку. Так, теперь нужно сообразить, куда у меня убежала эта маленькая-маленькая штучка. А вот она. Все. Вот получился вот такой полукубик, полу... Что там? Как оно интересно. Оно во все стороны крутится. Разворачивается, проворачивается. Перемещается по-всякому. Блин, да. Я теперь понимаю, почему он антистрессовый. Ха-ха-ха. Обалдеть. Вот. Вот такая вот ерунда получилась.